Всем привет, ребята! Вы на канале Полина Чи. Сегодня я в гостях у моей подружки. Всем привет! Кемерово. Да. Вот видите, с Москвы приехала в Кемерово. Круто! А, да. Короче, сегодня мы будем пробовать всякие необычные вкусняшки. Ну, как необычные, которые мы вообще в магазинах нашли. Или как? Мы пошли в весь поселок, да, чтобы найти эти сладости. Если, ну, типа, да. Ну, типа, да. Мы старались найти необычные, будем все пробовать. Тут целый, так скажем, стол сладостей. Тащились по всему поселку за этим тяжелым пакетом. Да. Ну, а вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик и не пропускать новые видео. Да. И не пропускать новые видео. Ну, а мы погнали снимать. Вот так. Да. Я выбираю, потом ты выбираешь, что нам пробовать. А, давай. Я, короче, первое у нас это вот такие... Сейчас. Ну, короче, да. Давай. Ну. Короче, это такие вот зефирки с наполнением, ну, как тут говорится, с апельсиновой начинкой. Я думаю, это будет кислинка, мне кажется. Ну, открываем. Я тоже сейчас встану. Также у нас есть напитки. Да, у меня сейчас я не могу показать, у меня стоит, короче. Из-за вас. Мои, кстати, знаете, они твердые. Да. Такие, как бизе. Да. Вот так. Ну, короче, плюшечки. Да. Раз, два. А где начинка? У меня есть немножко. Так ее прям вообще мало. Это ставим, да? Угу. Ну, какое себе? 6. Ну, я пробовала лучше. Да. Теперь ты. Продолжаем. Следующее, что мы попробуем, я думаю, вот эти штучки, которые сейчас покажу вам. Давай я покажу. Это жидкая конфета. Ну, как здесь говорится. Я взяла себе красную, а Полина фиолетовую. Короче, я теперь каждый раз сюда буду подходить, показываю все, потому что мне это нравится. Короче, все, прирожденная блогерша. Так, где это открывается? Так, мусорка. Да, у нас есть своя мусорка, прикиньте. Я просто вот. А, типа вот так вот? А. Ты что без меня пробуешь? Это не запечатлелось. Ладно, ну короче. Вот ты такая кислятина. А что ты крутишь-то? Просто снять, алло. Да, алло. Алло. Ой, я так... Господи боже. Пахнет? Ничем. В рот брызги. Ну-ка, садись. Мне кажется, то, что все... У тебя вкуснее. Нормас. Ну, восьмерочку. Да, восьмерочку. Как, вы знаете, такие вот в каждом просто в других упаковках. Да. Смотри. Давай. Оно так сложно закрывается, кстати. Так, дальше идем. Дальше я, наверное, хочу попробовать от Влада А4 вот такой вот полный кислец. Кстати, все сладости, они достаточно вообще недорогие. Да. У меня с вишней и черешней. У меня мультифрукт. Ну, прикольно, кстати. Такие стилевые, знаешь, упаковочки прям. Все и честно... Ну, выглядит как обычно. Это стоило 20 рублей, прикиньте. Да что ты без меня пробуешь? А что ты медлишь? Так я даже открыть не могу. Полный кислец. Где полный кислец? Вот, я открыла! Аллилуйя! Ну, у меня она побольше. Потому что расплющена. Ну, бесплатно. Я пробовала такие кислые. А это вообще... Ну, так себе. У нее одинаковый вкус, кстати. Да. Следующее, что мы будем с вами пробовать, это вот такие вот волосы, так скажем.
Это очень вкусно, я их уже допробовала. Это реально вкусно. Ну, вместе с тобой попробуем. Да. Короче, надо вот эту оторвать. И снять вот эту вот штучку, но будет недолго. Ой. А теперь крутим, вертим заморозки, которые ни хрена не крутятся, потому что оно туда стыло. Да. У меня тоже, кстати, летит все. И у тебя, возможно, сломается. Да. О, у меня, кстати, походу лезет. Нет. Вот у тебя сломалось. О, богиня едет. Наверное, минуты две прошло, мы все равно не смогли ее нормально открыть. Поэтому пробуем так. Поэтому давим. Это уже минус. Но да. И очень сильно липнет к зубам. Я один раз попробую, и потом оставлю. У меня лапа жестко прилипла. У меня зуб не отлепляется почти. Давай! Давай! Короче, вот уже прошло минуту три, мы до сих пор не можем. Нормально. И, знаете, я просто не хочу это пробовать, я это потом оставлю еще. Раньше они были намного вкуснее, мне кажется. Я не имею в виду, что раньше они хотя бы нормально открывались и давились. Да. Короче, да, я тоже пока это уберу. Ну, я пока что уже скажу, что хочу я попробовать. Угу. Я вот хочу попробовать, да. Это вот такие вот какие-то, не знаю, мармелад с кислой и сладкой начинкой. Это мы самое первое, что купили. Да, и знаете, мне прям глаза рвались на этот, прям реально аппетитно выглядит. Прикольно. Тут их две, кстати. Одна кислая, другая сладкая. Как я поняла. Без меня не пробуй. Давай все по отдельности типа попробуем. Человек, а потом есть. Ну, слиплось. Или это так должно быть? Вы не знаете? Да, это так должно быть. У меня так же. Только у меня прям совсем прилипло. Я вижу все. Короче, оно прям липкое. Я потом руки пойду мыть. Я тоже. Короче, значит, три пробуем. Давай кислую. Раз, два, три. Ну, я что вместе. Кислая, не кислая. Сладкая? Не сладкая. А что из этого кислое? Ну, это кислее, чем Влада 4. Ну, кстати, вкусно, мне понравилось. Не, ну а что? Тоже так сделаю тогда. Я бы даже ногами открутила. Все совмещаем кислое со сладким. Ну, тут реально не кисло. А я открыть не могу. Сейчас открутишь все. Открутил. Короче, тоже буду так сделать. Что-то вкуснее. Ну, девятка. Четверка. Ну, вот я кислого здесь вообще ничего не видела. Ну, типа, да, чисто только, ну, как по мне, это все сплошная химия. Ну, мы продолжаем дальше. Короче, я перестала камеру и тоже взяла напиток. У нас, короче, есть Кока-Кола. А я сегодня первый раз в жизни буду пробовать арбуз и Липтон. Так. В общем, я думаю, что все знают вот это. Да. Это, короче, Black Challenge. То есть здесь есть... Ну, короче, это как... Как там? Ну, короче, такие конфеты. Попадется тебе удача или нет? Я, наверное, сейчас пойду наберу воды. Как ты думаешь? Да, на острове, типа. Да, тут перец есть и проволочки. Что, я тогда иду? Да. Ты пока что открывай. Без меня ничего не будет. Сейчас я открою. Что, открою? Да, открою. И вот прикол в том, что они реально черные. Просто черные. И не понять, какая из них. Тут экстремальные вкусы. Перец, васаби, супер кислый. Короче, я взяла оверсайз крышку. И такая бам! А так, короче, экстремальные вкусы. Перец, васаби, супер кислый. А фруктовые вкусы это клубника, апельсин, ананас, яблоко, лимон и манго. А и почему цель... лимон-то? И цель, кстати, это все проглотить, даже если будет невкусно. Что, вот эти двое по два? Давай. Давай. Давай, первый. А давай, знаешь, как сделаем? Рассыпаем здесь аккуратненько. Аккуратненько. Ну, это не про нас аккуратненько, да? Да. У нас получится не аккуратненько. Ну, короче, давай я оставлю на всякий случай, да. Мы же не все съедим.
Ну, короче, я взяла две штуки. Они вот такие черные, прям маленькие, ну, я думаю, это хватит. Раз, раз. У меня лимон. Такие вкусы непонятные. Клубника, походу. Так, у меня вторая. У меня тоже раз, два. Опять лук какой-то. Мне лимон попался. Мне что-то невкусное. Наверное, манго. Это манго либо ананас. Только язык уже. Давай, раз, два, три. Понегрели. Раз, два, три. Фрукт. Яблоко. Вазами? Или перец? Дай воды. Да? На. Пусть я кака. А что это было-то? Вазами, да? Мне нормально. А тебе что попало, Дани? Перец или васаби, я чувствую. У меня язык горит, Даша! Это острый? Это очень острый. Короче, если вкус шоколада, то это будет говно. Что, давай дальше? Или тебе стоит остановиться? Мне уже страшно. Давай, раз, два, три. Опять фрук. Лимон. Опять шутка? Короче, мы это оставим еще наконец. Да. Полина точно заставит. Ладно. Спасибо, подруга. Так, теперь я выбираю. Я очень бы хотела попробовать, знаете, что? Косточку. Да, как угадала. А, вот такие. Первое, это шипито шагерта. Ну, короче, они одинаковые. Ну да. Я себе вот такую возьму. А, да, не знаю. Короче, я пробую. Ты ни разу не пробовала? Пробовала когда-то далеко. Это, кстати, стоит 10 рублей. Сначала вот так, потом. Это база. Это стоит пройти и купить еще. Всю уголовку. Всю эту коробку купить. Сюда еще кислые, знаете, штучки. Делаем ставки, потянет ли это видео у Полины, потому что она уже идет почти 20 минут. Но это без монтажа. Это, короче, я раньше всегда делала вот так. Просто съедала эту косточку, либо вообще ее не съедала. И вот так, да. Я вот это потом в конце съесть, короче. Попробуй ставлю. Вау! Нажрались всякой херни. Да, еще достаточно. Тут еще, кстати, много. Давай как-нибудь так же опять пшикалку. Давай. Короче, вот такие вот пшикалки. Кстати, это так стилево, знаете. Вроде как надо на эту нажать. А, там надо что-то вроде внутри, кстати, потыкать. Я помню. О, все, забрызгала. Какая ты... Я испугалась. Одного вкуса с тем, да? Ну, она же тоже виноградная, блин.
А я люблю все, что связано с Ленинградом. Фугана. Ну, за упаковку лайк. Прикольно. Интересно. Знаешь, воды туда наберешь, так Полина ночью. Давай. А что там? Давай, вы родители. Давай так, Семен, смотри. Да. А теперь я. Да. Пробую я в этот раз одна, чтобы оставить потом. Я, короче, купила вот такое желе. Вот так оно выглядит. Я уже такое пробовала. И, кстати, это очень вкусно. А мы, кстати, не оценили тут. Короче, давайте вот. Нет, подожди. Не-не-не. 8. Прикольно. Шикарно. Это пока что самое лучшее, что я пробовала за это. Вот этому вот мы не можем ничего поставить, потому что мы ничего не доели. Ну а так Полина поставила бы 0, это явно. А я бы поставила... Я бы поставила минус миллион. Вкусы непонятные. Типа вот если даже это яблоко, то ты не поймешь. Да. Нет. Я пытаюсь уговорить Полину, чтобы она это шикарно пробовала. Следующее, что мы будем пробовать, я думаю, это... Полин, ты начала с козырей, да? Я, кстати, сегодня... Вот это. Короче, это тоже так... Как тебе? Такая же фигня. Разыграй друга. Ну, давайте я разыграю что. Кстати, в конце мы еще скажем цену, сколько это все обошло. Да? Наверное. Не знаю. Ну, они тоже черные, ребят! Так это вообще все. Ну, давай скажу. Кстати, вот они вот такие же. Яркая упаковка. Мне, кстати, нравится упаковка. Они, кстати, помельче, кстати. Да, кажется. Да такие же. Ну да. Форма другая и пахнет достаточно. Потому что тебе вообще говно не пахнет. Пахнет. Черный. Вот мне кажется, вот эти будут намного жестче. Не знаю, давай попробуем. Вот тут есть вообще, чтобы выпало, лимон, апельсин, яблоко, кока-кола и клубника. А что тут плохого? Ну, типа, смотрите, всякие эмоции. Всякие. Раз, два. Они такие же. Мне кажется, я с яблоком, либо с апельсином. Мне кока-кола. А мне яблоко. Ну, стрит! Это просто жесть! Я не хочу дальше, брат, два! Это ноль! Но здесь осталось три, поэтому я хочу взять козырь. Это реально самое... У меня сладость моего детства. Это зубная паста, вообще... Давайте зубы чистить. Зубы чистить. У меня, кстати, с апельсином, у тебя с клубникой. Я никогда не ем вот эту фигню. Почему? Я не могу открыть. Что-то открывается. Она все всегда может открыть, а я... Короче. Что за говно? Она... Это ни хрена не конфета. Она она слишком жидкая. Она была как карамель. И она как будто просроченная. Годен, да ему 2 года. Вау. Обалдеть. А этому? Он годен до годен ноября. 11-24. 14-11-24, да? 14-11-24. Открыть. Я не буду это пробовать. Открой. Мне, пожалуйста. Ну, я сейчас еще попробую. Пожалуйста, в следующий раз, когда ты будешь войны. Привет. О, она жидкая такая же. Ну, мне кажется, она просто послаще. Разбавили как будто. Ты еще не вкуснее. Вот туда. Во-во. Слизываю с коленки. Нет, один. Ну, еще с коленки не слизывала. Ой. Все готово. Так, следующее, что мы будем с вами пробовать. Зажигалка. Зажигалка. Жига. Мастер зажигалки. Потом ставишь эту песню, да?
Да. Ну, кстати, прикольная упаковка. Да. Деньги давай. Ну, как И теперь вот самое то, что я ждала, я обожаю Юпи. И причем это с Кока-Колой. Юпи это растворимые напитки, но я буду есть это пальцем, потому что пальцем намного вкуснее. Сухую, короче. Да, это реально вкусно. Я думаю, что каждый пробовал сухую. Если вы не ели, обязательно попробуй. Потом после него язык прям вообще капец. Если это большим порцием, это очень кисло. Я съела негра. Короче, вкусная штука, но никогда так не пробуйте. Нет. Потихонечку. Лучше пить это в разбавленную, так скажем. Да. Все. А, ну а что тут это пробовать? Не, я не буду. В общем, просто Кока-Кола и вот такой. Давай тогда я сейчас попробую, да. Просто для реакшн. Да, она потому что не пробовала. А я допиваю лимонад. Лимонад. Я не совсем лимонад. Кстати, да. Чем мы там оценивали тогда? А, ну Юпи на шестерку. Юпи на пятерку, чисто. Другие вкуснее вкусы. Пахнет мятой арбузом. Я за них не. Вкус мяты, но явно не арбуза. Чисто черный чай. Пробуй. Не-не-не. Ну, все. Ну, а на этом наш ролик заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Поставь лайк, подпишись. А я буду делать контент дальше. Всем пока-пока. А еще это наш второй совместный ролик. А тот выйдет, мне кажется, чуть позже. Сейчас мы будем это монтировать, да? Нет. Тот? Тот монтирует. Все, всем пока. Люблю вас.